Привет всем, с вами Никита Северинов. В этой лекции я рассматриваю события MouseMove, и при помощи библиотеки jQuery мы напишем непростое приложение, которое позволяет нам изящно отрисовывать линии. Итак, начнем. Как вы видите, у меня открыт документ points.html. Проинициализированы основные теги и проинициализирована библиотека jQuery. Итак, я уже написал парочку строк кода, у меня отвечает за предзагрузку страницы. Итак. Давайте мы объявим пару переменных. Это canvas, контекст и глобальный массив points. Также объявим переменные point 0, point 1. Также distance, отвечающий за дистанцию между точками 0 и 1. dx, dy и максимальное значение 150. Итак, максимальное значение – это расстояние между точками point 0 и point 1. Если дистанция меньше максимального значения, то эти точки должны плавно соединяться. Давайте напишем это приложение. Итак, инициализируем canvas. Инициализируем контекст. Также мы сразу объявим строк style. Предлагаю взять RGBA каналы. Вот с такими значениями. Увидите позже, почему я решил сделать так. Теперь вешаем события на наш host canvas. Вот. Не забываем ключевое слово event. Point 0 превращается в объект. Объект содержит две переменные, x и y. У каждой переменной будут высчитываться различные значения, в зависимости от положения мышки на холсте. Указателя мыши имеется в виду. Я думаю, то, что я сейчас пишу, в пояснении не нуждается. Теперь же, так как у нас очень много точек, то мы должны, во-первых, каждую вот эту точку, ее значение, записывать в массив. Для этого есть команда push. Теперь мы должны отрисовывать эти точки. Цикл for и меньше points length и плюс. Здесь point 1 равняется points от i. Значение предыдущего равняется point 1, скажем так, потому что у нас мышка всегда находится в движении. Теперь высчитываем относительную величину по dx и по dy. Дельта x и дельта y. Теперь, как же найти нам расстояние между этими точками? Для этого есть формула, которая гласит так.
корень квадратный из суммы квадратов есть расстояние между центрами этих точек. Distance или же distance равняется корню из dx умножить на dx плюс dy умножить на dy. Теперь же, если у нас distance меньше максималки, то отрисовываем линию. Начинаем путь для плавного перехода. Теперь я хочу, чтобы у меня толщина линии менялась в зависимости от дистанции. Чем больше дистанция, тем тоньше линия. Вот такое соотношение. Передвигаем перо в предыдущую точку и отрисовываем до следующей точки. И обязательно ставим строк. И обязательно еще раз не закрываем путь. В принципе, все готово. Давайте посмотрим, как это выглядит. Так. Так, он что-то ругается у нас. Так, вот сюда перенесу объявление переменных. В чем же может быть ошибка? Так, может так. В чем же ошибочка у нас вышла? А, извиняюсь. Забыл ключевое слово this. Вот что у нас получается. Очень занимательно. Понимаете, да, теперь, почему в условии стоит дистанция меньше 150? Видите? Больше не отрисовывают линии. А как меньше, сразу начинает. На этом лекция подошла к концу. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии, ставьте лайк. Увидимся в следующих лекциях. С вами был Никита Северинов.